сколько бы там сейчас вот не бомбили нас, не зомбировали вот все этой западной культуры, она же ведь отторгает, душа не хочет. Это так. Они не понимают, что они делают. Это никому не нужно. Я вот сколько люди плачут, просто невозможно смотреть, невозможно все это. Это безобразие. Слово «безобразие» – корень слова «без образа». Вот. Я думаю, что это перебесится, все пройдет, все перемелится, все это. Все равно человек вернется к своим истокам, своим корням, к маме и к папе. Что такое народное творчество вообще? Это от слова «творец», от Господа, это, понимаете, Творца. И вот это вот творчество, это вот и есть, наверное, та правда жизни, которая не просто ее кто-то там, знаете, вот написал где-то там, создал в каком-то институте там эту культуру. Нет, это же все передавалось, передается, и все это сегодня. А без этого нельзя, это натуральный продукт. Вот. А есть искусственное, так вот это все искусственное, оно не приживается, оно не уживается, оно не нужно. Это бесполезно. Это... И вот это и есть, наверное, правда. И поэтому это вот движение как раз его заслуги, наших заслуг, я не хочу себя списывать, потому что я старше Геннадия на 2 года. И все мы, конечно, работали, так скажем, для него, в его, так сказать, в его планы. Но он как бы был, как он говорил, я фронт, а я тыл был у него, значит. Вот. А без тыла тоже фронта не может быть. И даром вот его как бы подвижничество, вот этот подвиг, он действительно многих приобщил, приблизил к вере через гармонь, через вот эту душу. Вот. Это его, конечно, заслуга. Мои ребята, вот их 4. Вот, Антон Заволокин, Иван Нагибнев, Андрей Киреев, Максим Андреев, склад фамилий. Вот это ребята, которые действительно уже получили такую закалку, такой получили, так, напитались вот этого духа, вот именно нашего, можно так смело, я прям говорю, заволокинского, так скажем. Вот, я думаю, что есть кому дело продолжить, есть на кого положиться под ансамбль «Вечерка».